Слава Xiaomi! Xiaomi дрочерам слава! Сегодня Redmi 4A, международная версия, глобальная версия. Коробка будет с нашей вилкой, уже без переходника. Должна быть. 15 дней добиралась до меня. Кэшбэк будет, ссылка в описании, 5,5% минимум. Регистрируйтесь и покупайте этот смартфон или любой другой на AliExpress. Минимум 5,5% у вас получится скидка. То есть кэшбэк. Также будет ссылка в описании на продавца. Покупал я этот телефон, чтобы сравнить с Meizu M5. Вот он у меня на руках. Но, правда, здесь побольше диагональ. Но стоят они одинаково, поэтому и есть такой интерес. Упакованы, как видите, в такой, как это, воздушный матрасик. Ну, короче, вы знаете, что это хорошая упаковка, догадываетесь. Так, я вижу, что продавец за эти деньги мне наложил хорошую комплектацию. Это уже становится интересно. Так, что мы видим? Что у нас тут? Ух ты, ничего себе. Вот это нежданчик. На самом деле. А это даже... Даже в подарок, как бы, в подарок будем считать, положил наушники от Xiaomi. И это все в одну цену. Это переходники. Ну, в принципе, может пригодиться на самом деле. Так, это пленка на смартфон. На первое время, конечно же, пригодится. Продавцу спасибо. Ну и чехол силиконовый. Тоже на первое время пригодится. Копеечный, наверное. Ну да. Качество так себе, но на первое время, пока идут нормальные ко мне чехлы и стекла, пойдет и этот. Конечно, качество на троечку, на двоечку. Ну да ладно. Все равно спасибо, хоть это положил. Итак, вот мы видим надпись. Глобальная версия Redmi 4A. Китайских иероглифов нету, отсутствует. Короче, это то же самое, что продается у нас в магазинах. Только здесь все на английском языке. К слову сказать, я совсем недавно был в одном из наших таких же магазинов, где продаются они у нас в России. И стоимость такого телефона, внимание, 10 тысяч рублей. Всем известный магазин бытовой техники M-V. Догадайтесь сами. Итак, Snapdragon 425, 5 HD дисплей, 13 пикселей задняя, 5 фронтальная камера, 3100-3120 мА батарея, что очень неплохо. Смартфон будет полностью пластиковый, поэтому я его и сравниваю, что они очень похожи с Meizu. Так, пленка матовая. Ага. Внимание, смартфон серого цвета. Из пластика, как я уже сказал. Сейчас распаковка. Надо запустить его. Угу, загорелся. Так, пускай загружается. Что еще мы имеем в комплектации? Какая-то бумаженция. Это, видимо, какие-то инструкции гарантийные. Не совсем это все интересно. Ага, вот такая бумажка. Ага, вот и, собственно, шнур. Смотреть не будем, там ничего особенного. А вот сам блочок. Уже под наши розетки. Что очень удобно, в отличие как с переходником. Итак, блок зарядки на 5 вольт 1000 ампер. Ну, вполне неплохо, стандарт. Но, собственно, что вы хотели за эти деньги, скажут вам китайцы. Итак, надеюсь, загрузился. Должна быть глобальная прошивка. Ага, все по-английски. Ну что, идем ищем русский язык. Русский. Так, куда-то я пошел, не в ту степь.
Русский. Так, вот. Угу. Много языков, значит, русский также будет присутствовать. Осталось только его найти. Походу, я его пропустил. Не мож... А, вот он. Есть также и украинский. Болгарский рядом. Ну, братья народы, что вы хотите? Ставьте лайк под видео, если вы также считаете, что мы все братья народы славяне. Итак, тыльная сторона. Пластик. Пластик ощущается недорогим. Выдает некую бюджетность устройства. Снизу зарядка, микрофон, куда вы будете говорить при разговоре. Это слот под карты SIM. Он комбинированный, открывать не буду. Там либо две SIM-карты, либо карта памяти, одна SIM-карта. Это вам выбирает. Тут две кнопки. Кнопки не люфтят, пластиковые также. Вверху находится широкая качель громкости, плюс-минус, и кнопка включения-выключения смартфона. И капор для управления бытовой техникой, кому надо. Я лично не использую, но может быть кому-то и надо. И разъем под наушники, гарнитуру. Ну, первое ощущение следующее. Пластик не выглядит так уж дорогим, богатым. Если по сравнению берем мы Meizu, то Meizu, должен сказать, пластик подороже. Посолиднее, я бы даже сказал. Выглядит и на ощупь тактильно более приятен. Этот более скользкий. Этот, ну, Meizu более цепучий. Также по размеру он, конечно же, больше, так как диагональ у него 5,2. Тогда как у Xiaomi диагональ 5 дюймов. По ширине они почти одинаковые, но все же Meizu чуть пошире. Так. Ну давайте сорвем пленочки, посмотрим на стекло, как выглядит. Так, давайте я пленочку сюда вовнутрь положу аккуратненько. Так. Угу. Так, что я вижу? Первое, что мне кидается в глаза... Ух ты, чуть не уронил. Первое, что мне бросается в глаза... Это то, что дисплей не имеет 2,5D скруглений. И это на самом деле меня радует, так как стекло можно наклеить от края до края, что будет смотреться более эстетично. Тем более стекло можно выбрать именно с таким эффектом скругления. Все будет смотреться красиво, эргономично, удобно. Экран темный, видны рамки. Отступы от краев. Выдают бюджетность также устройства. Три кнопки. Кнопка домой. Домой, в гости и по бабам. Вот. Тогда как у Meizu одна кнопка. Сразу во все стороны. Далее. Видим камеру. Кстати, я не показал вам здесь камеру 13 пикселей. Вот она находится. В левом углу. И однотонная вспышка, однотонный логотип. Здесь динамик. Делаю акцент, динамик не с торца, а на задней крышке. Но есть такая пупырка, дабы вы будете ложить на стол, и не будет приглушаться звук благодаря вот этой вот, вот этому выступу пластиковому. Итак, экран. Экран мне даже нравится. Что у нас по яркости? Угу. С яркостью проблем нету. Это на полную. Шторка переведена полностью на русский язык. Давайте пройдем, посмотрим о телефоне, что стоит за прошивка. Итак, Redmi 4A, версия Android 6.0, MIUI Global 8.2 стабильная. Все прекрасно, все отлично. Моя версия, я, наверное, не озвучил. Все-таки здесь... Ага, вот. 2 гигабайта, 32 накопитель. Поверьте мне, этого, в принципе, достаточно вам на простые задачи, если вы не будете записывать видео 4К. Но, к слову сказать,
Я точно не помню, но я практически уверен, что эта камера на данном смартфоне не записывает 4К видео. Но поправьте, если я оказался неправ. Давайте все-таки камеру и посмотрим. А, кстати, надо неплохо было посмотреть, что за наушники. Для начала давайте сфотографируем. Посмотрим, что у нас стоит в настройках. Качество фото нормальное, надо выставить на высокое. Угу. Ну и пробуем сфотографировать. Фокусировка неплохо. Макро великолепно. Ну и посмотрим, что получилось. Так, разрешить. О, господи, сколько ж тут всякого-то. Ну, слушайте, просто я удивлен. Посмотрите, даже текстура видна в бумаге. Печать видна. Чернила видны. Вернее, чернила даже видны. Очень хорошо, я удивлен. До этого я хвалил вот этот смартфон Meizu. Здесь очень хорошая камера за свои деньги. Допустим, я их вот сравнивал, три смартфона. Это Meizu M5, Xiaomi, дай бог памяти, Redmi 4X и Meizu U10. Так вот, здесь, в этом смартфоне, это также глобальная версия. Вот, Global. Глобальная версия. Так вот, здесь оказалась самая лучшая из трех смартфонов камера, на самом деле. Вот, на самом деле, она мне очень понравилась. И они схожи, что здесь и здесь. По поводу экрана, этот экран, да, конечно же, желтит. Сейчас мы посмотрим и Meizu экран. Meizu экран мне очень нравится. Очень качественный. Но и здесь теплый, приятный экран. Центр безопасности, где вы можете почистить кэш и проверить на вирусы телефон. Так, далее. Что еще показать? Шторку я вам показал. Лоток я не буду показывать, там ничего особенного. Я потом сниму видео, подписывайтесь на канал. Видео, так сказать, первое мнение об этом смартфоне. Пока я не могу ничего определенного сказать. Надо чуть-чуть его потестировать и посмотреть. Коробочка, к слову сказать, на подарок. Ну, нормально пойдет. Маленькая, конечно. Маленькая. Даже сейчас вам замерю, сколько она. 15 сантиметров практически. По ширине 8. По толщине 4. Небольшая коробочка. Ну, так смотрится аккуратно. В принципе, пойдет. Приятная надпись Global Version. Так, что тут у меня? Так, тут черный цвет установлен, яркость на полную также. Внимание. Так, не знаю, вот насчет тут как-то двойные поддерживают или нет. Ну вот вы можете сравнить два экрана. На полную яркость оба. Оба OGS, оба HD. Но то, что я вижу. Кстати, ссылка в описании я, наверное, оставлю на этот смартфон, где я покупал. То, что я вижу, пока мне нравится на обоих смартфонах, конечно же. Сейчас мы сравним красный цвет. Вот YouTube, можете обратить внимание, значок. И здесь. Уж судите сами, вот посмотрите на значок красного цвета YouTube и сравните оба значка. Подумайте, что вам больше нравится. На самом деле и тот телефон неплох. Этот более компактный, сидит в руке очень даже-таки удобненько. Но этот сидит удобно, этот скругленные края. Сугубо личное мнение, мне нравится больше этот смартфон. То есть Meizu M5. Но этот неплох, неплох. Время покажет, я его потестирую. Расскажу свое мнение, свой отзыв. Подписывайтесь, чтобы знать в дальнейшем. Если вам это интересно. Ну, так вот смотришь на картинку. Картинка хорошая. Инверсия. Ну, инверсия есть все-таки. Небольшая инверсия цветов. То есть, под экстремальным углом, конечно же, есть небольшая инверсия экрана, но экран достойный. Так, ну что еще можно посмотреть? Во-первых, проверим имеи, чтобы были прописаны. Так, 0.6, решетка. Все нормально. Имеи установлены.
Есть темы. Вы можете менять. Так, видимо, надо подключиться к интернету. Галерея. Моя фотография. Что тут еще интересного? Музыка. Опять-таки надо скачивать, все пусто. Не лагает. Все прекрасно работает. Что тут? Фонарик давайте посмотрим. Ну, фонарик так себе, средненький. Так. Ну, это все-таки распаковка. Так что я думаю, особо не стоит здесь напрягаться, вам все показывать. Потому что я еще не могу ничего толком рассказать по нему. На это надо время потестировать его, еще раз повторяюсь. Давайте посмотрим, что еще продавец здесь положил, такого интересного. Все-таки в эту цену еще и наушники от Xiaomi. Внутриканальные, пластиковые, видимо, самые дешевые. Но все равно, конечно, приятно, что за ту цену, что я за него заплатил, за те деньги, он положил не просто наушники, а, внимание, гарнитуру. Ну что... Это выгодно отличает данного продавца от других. Металлические сетки внутри. Попытаюсь сфокусироваться. Ну, вот такие вот наушники. Итак, вот полностью комплект. А, давайте еще примерим-ка вот этот вот дешевенький чехол. Посмотрим, как же он сидит. Стоит ли его потом оставлять вообще? Или его выкинуть нафиг? Как вы думаете? Я думаю, все-таки выкинуть, потому что он здесь не прилегает. Но все равно походить можно и так, если вы цените свои деньги. Только вдумайтесь, что этот смартфон в обыкновенном магазине стоит 10 тысяч рублей. Посмотрите по ссылке, пройдите, за сколько я его купил. И вы просто, ах, офигеете. Ну что, на этом я с вами прощаюсь. Ставьте лайк, если вам видео пригодилось. Было интересно посмотреть данную распаковку. Ссылка в описании на кэшбэк. Не забудьте зарегистрироваться. Ссылка в описании на продавца. Подписывайтесь на канал. До новых встреч.